Татьяна Дмитриевна, наступил сезон отпусков и дач. Каким образом, по вашему мнению, пенсионерам удобнее будет получить пенсию? В какие сроки им нужно это сделать? И какие альтернативные варианты появились на сегодняшний день? На время отпусков, на время вот дачного сезона, как правило, наши получатели пенсии из крупных городов, они едут, значит, в сельскую местность, и те, которые получают пенсии через федеральную почтовую связь, у них может быть проблема именно с получением этой пенсии, возвращаться со своего временного места нахождения на постоянное место жительства не всегда удобно. Поэтому люди к нам обращаются и просят помочь им, чтобы у них своевременно пенсия доставлялась и не было проблем с ее получением. В этом случае мы что предлагаем? Мы можем по заявлению, опять же, пенсионера перевести, изменить ему способ доставки на кредитную организацию. В таком случае он может получать уже, и его денежки будут на его счет в кредитной организации поступать. Или же сейчас очень практикуется услуга, это пластиковая карта. Тогда пенсионер может действительно выбрать способ доставки через кредитную организацию на пластиковую карту, и тогда он может в любом банкомате свои деньги своевременно получать.